te connais, Michel. L'été dernier, nan nou, si te songe la vie sous zila. Avant la meilleure levé nan collé, l'été la caille. TV, me diverge d'aller. Это ты, заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Мне нужна Брижит. Она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Мне нужен Пласид. Пласид. Гарри сит ла. C'est au même. Continuez. Placide, gardez-la. Ты, Пласид? Я к вашему главному. Кисауле. Мне нужна Брижит. А пришел ко мне? Давай поговорим про заказ. Да, но не здесь. За мной. Куда мы идем? Сифика. Что это? Клубок неразрешимых противоречий? Туне! Фунул Дейо! Сюда! Сипан! Туне нам вилла! Кусипа Сифика! И обратиться? Вот это Пасифика. Ты знаешь Пасифику? Нет. Вы не то чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят курицу. Она несет звонкие Эдди. На Эдди покупают больше куриц. Нас интересует ГИМ. Grand Imperial Mall. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Это... Эй, Пласид! Мы где Саути Байло? Рок и мем прави не беда. Пошли, уже недалеко. Ну и что сегодня в меню? Увидишь, милый, тебе понравится.
Ласид, у кого мини? Пожудя. Мы у тети. Витамили, не поближе. Раньше имел дело с животными? Да, пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из Гима? Поэтому я здесь. Скоро сам все узнаешь. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть, спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? 30, может больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. Не нравится мне все это. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. А че вы своих в Гим не пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Неважно. Он все равно поврежден. Как? Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ну, что скажешь? Я гожусь для работы? Камьюнет. 20:35:07. 3 секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда камьюнет приехал. Навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это важно. Фемепота. Животные тут ни при чем. Они просто охранники, их наняли. Кто-то с полным фургоном нетренерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Начни с камьюнет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к Азагве, нашей сети. Что? Зачем? Через Агве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через Гим. Еще один голос в башке. То, что Рибер прописал. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Как я понял, у тебя проблема. Закончишь с Гимом, Брижит решит ее. Условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Посмотрим. Не обещаю. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз.
Наши тебя пропустят. Мы закончили. Ты? Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Вроде да. Это мои люди. Поговори с ними. Ты Ви? Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тсс, тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь, все тихо. Кто входил, выходил? Ну, они выбрались за едой один раз. С видами, блядь. Что я могу сказать? Хуй чего они высмотрят. Я внутри. Вижу. Проверяй камьонет. Ладно.
Да что там, сука, такое? В коридоре камера. Обойди. Она рабочая? Ты говорил, мол, давно заброшен. Теперь уже нет. Животные починили. Так, камера. А можешь ее... О, выключить? О! А чё, я сразу этого не сделал? Так, я сюда заходил, здесь подлутался. Эти два шкафчика и хватит. Так, сохраняемся. Гляди, ты всегда можешь сделать вот так. С новой моделью так не прокатит. У этого датчик движения... Он реагирует только на действия. По пути нахуй, пиздим все. А чё нет-то? Реагирует на намерение. То есть новые знают, что я буду делать еще до того, как я начал? А этого я могу просто все время ронять. Ой-ой-ой-ой. Точняк. Так, а ты здесь один, да? Ой-ой-ой, хорошо, вот это хорошо, мне нравится. Мне нравится, как убивает эта пушка. Так, куда бы спрятать тебя? Куда бы тебя спрятать? Давай здесь сбросим. Е. В уголок, чтоб никто не уволок. Так, идем дальше. Так, нам надо на ту сторону. По-тихому со всеми разбираемся, не шумим. Самое главное, убиваем. Так, а это спит, чувак. Ладно, спи. Так, и ты спишь. Спи. Свечку заберем. Килочки заберем. По пути все забираем. Так, ладно. А тут... Тихо. Так. Тут ящика никакого нету, да. Куда спрятать можно. Ну, ладно. Так, мне как раз сюда надо было. Так, забираем все сразу. Все пригодится. В хозяйстве. Будем разбирать... И улучшать оружие. Да, блядь, как тебе подобрать-то? Ладно, хер с ним. Это баг. Так, там один ходит наверху. Ух ты, а это что такое? Ого.
Охранная турель. Нихуя себе, ебать. Так, а мне об этом никто не говорил. Блять, он сюда идет. Или нет? Куда ты идешь, блять? Вот, все, хорош. Ой. Так, тихо, проходим. Угу. Так, вот он, грузовик. Окей, вижу фургон. Так, мне до него надо добраться. Блять, нихуя себе. А может... Поверху? Вот здесь. Так, сохранимся. Угу. Я думаю, здесь безопаснее будет. Так. Так, тут люди. Так, ты уходишь, отлично. Сейчас осторожно. В чем дело? Скоро встретишь врага, сразу ее сканируй. Все так плохо? Должны быть слабые места. О, блять, кого победить? Мне до фургона надо добраться. А где фургон-то? Фургон, вот он. Так, здесь никого? Да, здесь никого. Так, я у фургона. Нетранера тут нет. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Так, подключайся к фургону. Раз уж и ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агве. Кто эти они? Дозор. Они ведут на нас охоту. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Нет. Что? Пласид, что? Он нас отрезал, отбросил. Я дал тебе еще лед. Пока все под контролем, но ничего не взламывай. И что теперь? Он знает, что мы видели карту, найди его. Так, а что делать, когда я его найду? Я скажу. Так. Агент хочет тебя отрезать. Животные скоро Тихо. Будут здесь. Забери в шахту лифта и выйди в фойе с левой стороны. Так Ой, тебя не заметят. Тихо. Блядь, у меня глюки начались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, дядька. Ты злой, ты большой, не надо меня трогать, блядь. Вот ты иди туда. Так, а я здесь заберусь. Тихо, 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 тихо. Хотя я могу тебя снять. Вот. Отлично. Выкурить эту мразь! Ой, как хорошо-то, а! На стелсах, да? Вообще четко. У него полбашки ушло. Так, сохраняемся. Так, нам нужно найти агента в кинотеатре. Че, блядь? Так, а это кто? Данные. Матильда Роуз. Банда животные. Что-то мне она не нравится. Мне кажется, это серьезный дядька. Или тетка. Сейчас мы снимем. Снимаем. Чтобы у нас было больше урона.
Так, сразу давайте еще вот так вот сделаем. Так, рюкзачок. А, еды нету. Ну ладно. Да, это босс. Ты, блядь! Ебать, что за молот? Тихо. Так, а ты чё, восстанавливаешься, типа? Так. Тихо. Ух ты, ты чё, блядь? Ух ты! Ебать! Чё происходит? Нет. Васит, в чём дело? К тебе ломится агент. Я им займусь, не отвлекайся. Ещё хочешь? Долго я его не удержу. Он в одной сети с альфой животных. Убери её. Блядь. Да, господи, блядь, боже мой, что ж такое-то? Да ты, блядь, как ты умеешь-то, а? Вот, отличненько. Ух ты, блядь. Скорее. Да ебать, легко сказать, блядь, скорее. Так, все. О, блядь, как это сложно-то было. А ты кто у нас? Иди сюда, блядь. Сквозь стенку ходит, блядь. Заебись, блядь. Думаю, с нее хватит. Так, что у тебя тут есть? Электромагнитный пистолет. И прочная портупея. И евро-доллары. Отлично, ебать. Блин, ну нормально так было. Потненько. Чуть-чуть потненько. Так. Молот. Это мы тоже заберем. Так, это мы подлутаемся сразу. Кофемашина, нахуй, она нужна нам. Так,
Так, я надеюсь, тут больше никого не будет. Так, ну я супер. Супер скучный, поэтому я буду везде все лазить, бегать, смотреть, мало ли, чтоб ничего не пропустить. Не понял, блядь, кто стреляет. Пострелял, блядь. Ебать. Ты чё, блядь, тоже босс, что ли? Не. Пару критов и всё. Там тётька посерьёзнее была. Покажите, кто тут зверь! Ой, как хорошо. В голову шотает. Мне нравится, как эта пушка шотает в голову. Прям... Ух. О, денежка. Так, а это что такое? Так, компонента. Сорвать. Сорвать я не могу это. А перехватить управление, перехватил, ну что это дает, непонятно. Блин, эта музыка напрягает. Ладно, идем за агентом в кинотеатры. Так. Сид? И чё, блядь, сначала? Чё сначала, блядь? Эй, тише, тише. Это чё? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной Пасификой. Выиграл немного времени. И? Решай. Главное, чтобы это было быстро. Все, давай перейдем сразу к делу. Говори, кто ты такой. Тихо. Патрис Мосли, особый агент дозора. Поговорим? У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал. Отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько вудуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Так, ты меня что, купить собираешься? Не, нахер ты нужен мне? Пойду по плану. Что за хуйня была? Чё, блядь, опять происходит? Чё за перезагрузка? Чё, блядь? Эй, Ви, ты жив? Да. Что случилось? Что не видишь? Вудуисты тебя наебали, ты чуть не сдох. Они сразу хотели пустить тебя в расход. Вот тебе и благодарность за помощь. А если это меня дозор обнулил? Вудуисты могли не знать, что я выжил. Ага, ну значит, Пласи должен расплакаться от радости, когда тебя увидит. Погнали в Батти, расставим все точки над «и». Надеюсь, их главный амбал любит сюрпризы. Так, ну пойдем. Ну пойдем. Теперь нам нужно покинуть. Ах ты, у него презервативы лежали. Айс, так, надо... Здесь все обшарить сразу. Увеличивать критический урон на 30%. Это что за фат? What the fuck? Нихера себе, вот это, блядь, ништяк. Подгон прям вообще нихуёвый. Так, а мне туда зайти нельзя, да? Никак.
Мне кажется, там по-любому что-нибудь интересненькое будет. Ладно, нельзя. Так, почитаем. Что здесь интересного? Сообщение. По делу. Ясно. Ясненько. Так, Эвелин Паркер. Продажа биочипа. Если вы опять отправите меня к ответственному лицу, я найду другого покупателя на биочип. Я знаю, что вы просто тянете время, пока меня проверяете, но это вам ничего не даст. А нам нужна только та информация, которую я предоставил. У меня есть доступ к биочипу 2.0. На нем находится конструкт Джонни Сильверхенда. Я знаю, что и вам, и им известно. Это энграмма. Разумеется, если вы тоже хотите связаться с... А. Ага, от Брида Эвелин Паркер. Яче предложение. Нам нужны больше данных, чтобы получить согласование транзакции на названную вами сумму. Это стандартная процедура в сетевом дозоре. Кто изначально обратится к вам, чтобы получить биотчип? Зачем эти люди нужна энграмма Джинлихенда? Зачем им, этим людям, нужна эта энграмма, блядь? Кто руководит операцией по изъятию биочипа и кто в ней еще участвует? Какой технической спецификации биочипа? Это нестандартное предложение, поэтому стандартные процедуры к нему неприменимы. Речь идет о новейшем изобретении Арасаки. Операцией руковожу я, поэтому вы со мной разговариваете. Ко мне обратились ведуисты, но вы, скорее всего, уже в курсе. Агент, с которым я договорилась до вас, подтвердил, что помимо оплаты мы обеспечим не охрану и новую личность. Бать, как тут все нахуй запутано. Ясно, это... Короче, Эвелин Паркер хотела еще кому-то этот чип спихнуть. Ну, точнее, еще кому-то, вот им. Дозору. Бать, ну она, конечно, блять, пиздец коготь. Всем, кому не лень. И наверняка, если бы у нее это вышло, она бы просто... А что это было? Ладно, если бы у нее все-таки в теории получилось бы, ну, у меня бы получилось найти чип, ей бы отдал, все в порядке, все живы, она бы со всех взяла бабки и ушла бы во свояси с новой личностью, которую ей обеспечили бы. Так, мне кажется, здесь что-то... Ой. Сильная футболка, заберем. Поэтому Эвелин Паркер еще та штучка. Наебет ты не заметишь. Доверия к ней нету. Так. Все, пора выбираться отсюда. Надеюсь, все пройдет тихо. Так, ну это, по-моему, свои челики, да, вот они. Чё за хуйня? Хочешь поговорить с Пласидом? Да. Ты же этого хочешь? Да, ты думал, я сдох? Я могу отвезти. Давай, отвези. Поехали. Латгай. Думали, я сдох, да, твари? Вот хер вам. Ну как быстро. Ну чё, блядь, здорово. Я думал, ты всё. Ты заранее всё спланировал. Ты не собирался оставлять меня в живых после заказа, да, ублюдок? Нет, ты не прав. Мосли тебя обманул. Пизду, Мосли. У меня у самого глаза есть. Я же прав, да? Мы потеряли связь, это нарушило план. Хуйня. Я видел, как вы стираете агентов. Не надо пиздеть, что это все было без твоего ведома. Так что не держи меня за идиота. Ты вышел на поле боя. В тебя попали. Вот и все. Я должен был вытащить своих. Они для меня важнее всего. Мы пытались спасти тебя, но Мосли, он сильнее, чем мы думали. Своих? Это кого? Брижит и других. Дозор удерживал их во льду.
понял? Вся эта операция была в твоих интересах. До нее ты не мог поговорить с Брижит. Блять! Ты не мог мне этого сказать до того, как посылать в логово врага! Ассе, надо уходить отсюда. О! Это еще не конец. Дозор вернется. Ты же не возьмешь его с собой в крипту? Он же Аньон. Таких сотни. Ты видела сканы? Да, видела. Соти Куня. Фетут Мунсоти. Ну, здорово, Брижит. Ты, наверное, Брижит. Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про биочип. Да, и мы должны его проверить. Много узнала из моих сканов? Уж точно больше, чем Пласид. Ты узнала биочип, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт. С Пласидом мы, честно говоря, не сработались. Я терпеть не могу, когда от меня что-то скрывают. Да еще это его злобное бормотание. Меня уже трясти от него начало. Да и кстати, что значит Раньон? Я все объясню, но сначала посмотрим, в каком состоянии биочип. Если с ним все в порядке, мы дадим хорошую цену. Так, стопэ, стопэ, я его не продаю. Если ты его вытащишь, я подохну. Состояние биочипа оставляет желать лучшего. Собственно, поэтому я и здесь. Он не работает? Все не так плохо. Просто никто не знает, как его вытащить из моей головы, чтобы я не сдох. Вам надо было, чтобы я его выкрал. Значит, у вас могут быть идеи, как мне помочь. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделал. Другого способа нет. Чтобы достать биочип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Блять, но с другой стороны, мне же обещали встречу с Брижит. Я ее получил. Тогда ты первая.